Hello to all the people from all over the world. My name is Sergey Baklikov. Behind the camera, Artur Baklikov, and you're watching Real Russia. So right now we are in the city of Ufa. That's the capital of the Republic of Bashkortostan of Russia. And right now we are in one of those old school USSR yards here. Now it's raining. Well, actually, the weather is not so good today. Well, you know, even an Indian summer now is over in the city of Ufa. But what about us? Everything is just begins for Real Russia. That's the beginning of the new fourth season of this video blog. And today we actually came to one of my friends. This is Rinat Kutlakhmetov, who you already know. Sometimes he was helping me with the camera work, and his brother-in-law, Andrei Gorovoy. Let's get inside. And I want to tell you about their video blog, about how they are starting to produce their own video blog. Hi, man. Hi. This is Sergey Baklikov and Artur Baklikov. Oh, great. Come on. Come on. So it's here. We've got inside of one of the typical Soviet Union apartments here in the city of Ufa, Khrushchevka, right? Yeah. And actually, this is the apartment of Andrei Gorovoy, so let me to introduce him to you. That's Andrei Gorovoy. It's a pleasure to meet you, all subscribers of Real Russia channel. Yep, that's it. And that's actually his brother-in-law, Rinat Kutlakhmetov, also known as Ready Kittle, and you guys already know him because from time to time, but he helps to make the camera work for the Real Russia. Now we will find out more about an own video blog of Rinat and Andrei that they are making. This is the video blog of the movies reviews, only new movies that comes out in a Russian movie theaters. We have bad English skills, especially in pronunciation and enunciation. So мы будем говорить по-русски. Let's start with the fact that this is just one corner of the room here. Да, это моя старая обшарпанная квартирка, но я думаю, мы заработаем достаточно денег, чтобы поменять хотя бы мне обои, но чуть попозже. Давайте начнем со стены, как мы ее украшали, с чего мы начали. Мы ободрали, естественно, все обои, что здесь были. Здесь было порядка, наверное, трех обоев, да? Три слоя обоев старых. Мы нанесли здесь серую краску. Ну, не серую, как мы назовем этот цвет? Magic Blue серо-розовый. Да, такое название у этой краски. Вот, мы нанесли ее. Прицепили сюда наших любимчиков. Первый у нас висит Звягинцев, это очень выдающийся режиссер. Это американский режиссер, который американцы очень чтят и любят, это Спайк Джонс. Ну и в первую очередь чтю его я, поэтому он здесь и висит, собственно. Далее идут самые, на мой взгляд, национальные режиссеры, самые американские режиссеры, действительно, которые заслужат большого уважения, это братья Коэны. Ну и внизу очень прикольные два чувака, это один из самых высокооплачиваемых людей Голливуда, между прочим, Дон Чидл. После Обамы, да. И Николас Коппола, также известный всем как Николас Кейдж. Миньон просто попался нам на глаза в магазине, прикольненький, он еще делает вот так, и у него Well, minions are kind of popular in Russia as well. Да. All the kids are absolutely crazy about the minions. Yeah. И, на наш взгляд, круче миньона может быть только советский пингвин. Советский пингвин. Да, здесь у нас висит Jurassic Park, парк юрского периода. Лого. Да, лого, ручная работа. Портрет Антона Долина, выдающегося российского кинокритика, которого мы чтим и любим. И такая интересная информация. В честь Антона Долина мы назвали свою систему оценки фильмов. Мы даем не звезды, мы даем не баллы, мы даем не оценки, мы даем Долинов.
И перед этой рубрикой звучит отбивка музыкальная, известная всем. Долин! Е-е-е! Долин! Е-е-е! Ну, давайте теперь про порно-актрис. Я очень рад, что ты знаешь, что это порно-актриса. Это... Вы мне сказали об этом. Ну ладно, ладно. В общем, на первом месте это моя любимица, потому что я люблю категорию MILF в порнографии. Это Ава Адамс. Если бы я хотел, чтобы у меня была вторая мама, я бы выбрал такую. Второй чувачок. Это... Мы думаем, что это самый лучший порноактер среди всех футболистов. Именно поэтому он висит среди Авы Адамс и Мии Малковой, которая пониже. Это Златан Ибрагимович, известный шведский футболист. Хулиган, которого знают все. Самый, наверное, какой? Одиозный. Одиозный. Персонаж, да, персонаж современности. Это, конечно, Шайа Лебаф. Он всем запомнился своим мотивационным роликом. Каким? Do it! Just do it! Just do it! Он орал. Вот, это у нас олень ручной работы подарила нам одна знакомая. Спасибо ей большое. Моя подруга, да, спасибо. Подруга Андрея Горового. Он, этого оленя зовут Серафим. Он носит очки марки Ray-Ban. Фейковые причем, но это его уже дело. Да, здесь у нас стоят статуэточки аниме-игрушки. Тоже аниме. Вот. Ну, а это наша отдушина, так скажем. Мы ее называем «Маленькая церковь». Little Church. Да, потому что это действительно для нас религия. Очень классные чуваки, они очень классные комедианты. Это Сет Роган и, естественно, Джеймс Франко. Здесь у нас бейсбольный шарик, барабанные палочки, олицетворяет такую бунтарскую вещь. Да? А, да. Да. Старые деревянные часы над ними. Тоже подарок. Вообще здесь очень много подарков, которые достали наши друзья. В том числе вот эта гитара замечательная. Эти часы, этот чемодан, который примяла подарочная гитара. Да. Олень, здесь очень много все подаренного. И вы знаете, даже меч джедая вполне себе функционирует. Тихо. Он, правда, уже немножко сдох, батарейка села. Андрей частенько им пользуется. Да, смотря на фотографии Авы Адамс. Да. И, собственно, еще один шкафчик. Просто мы выставили... Вещи рандомно по умолчанию, но среди них стоят Red and Link. Good mythical morning. Именно... So, actually, that's the YouTube personalities who inspired you to make the video blog. Yeah. Yes, the video blog in this style. They inspired us for this style. Yes. Это именно так. И, собственно, вот она, красавица. God MVC. Damn it! Возьми ее, прими. VHS movie recorder. Yes, yes. I remember that back in 90s, such a GVC cameras was pretty popular. Amazing, you know? Давай разыграем стенку. Держи камеру на плечах. Ты держи камеру. Давай. 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 Готов? Okay, запись пошла? Yep. Всем привет! С вами Сергей Баклыков, и это «Реальная Россия». Я вам покажу, как зарабатывают люди на рынке, как торгуют салом и ветчиной. Давай за мной! Примерно так выглядела бы передача, если бы снимали бы в 90-х. «Реальная Россия». That was a great scene, you know? Amazing. Here I would love to stop a little and to say about the budget of all of this. All this corner... you have spent just about maybe $100-$120, so it's not that expensive at all. So if you will want to start your YouTube channel, so you already have an idea. Now what about the lightning? Они нас очень здорово выручают, эти светильники. This is a handmade lightning. Да, это светильники, сделаны своими руками. Здесь взята обычная доска, это DSP, деревянная доска. Энергосберегающие лампочки, и здесь было три, но, к сожалению, мы разбили. Вот. Далее идет алюминиевый крепеж, патроны и шелковая такая тряпка для того, чтобы свет был мягкий и не вставлял жестких теней. So it's all pretty cheap as well. Actually, one lamp is just about maybe $15-$17. One board is just about $10. Yeah. And actually, for all of this is, again, less than $150. Also, there the lights, just the usual lights, show there. This is the light for lightening the backgrounds. And
Обыкновенная галогеновая лампа, yes, строительная. Yes, very usual one. Which one? The one you can find in every market for construction, yeah, with a stuff for construction. You know, it's not one of those pretty expensive so-called cinema lights from, let's say, Arri and, yeah, other brands like that. Есть вот такой диммер обыкновенный, мы можем регулировать свет, как нам угодно, у нас он светит по максимуму. Так, это по поводу света. Снимаем мы свой блог исключительно на маленькую, но очень отважную камеру. Это Blackmagic Pocket. Ну, первые два выпуска мы снимали на большой блог, но да, у нас сгорел SSD-шник. SSD-шник. Вообще, мы приверженцы Blackmagic, поэтому с почтением относимся к этой марке. Сейчас мы работаем на Pocket. Эта малышка снимает нас в формате ProRes. Может снимать в RAW, но нам это не надо. Используем объектив 10-20. Это широкоугольный объектив от Sigma. I would say super wide. Super wide, yes. Now, what about your desktop? But Андрей скажет. На самом деле, этот стол, как и все, впрочем, в этой студии, сделан своими руками. Мы купили за 600 рублей в Леруа Мерлен большой массив, покрасили его морилкой за 20 рублей и получили вот такой вот милый столик, на который проливался уже куча чаев и многих, yes, других жидкостей. Это олимпийские кольца в честь Сочи. Yeah. Вообще, знаете, мы без стола, наверное, никак не сможем, потому что для нас стол – это самая основная рабочая площадка. Здесь размещаются все логотипы фильмов, здесь вылетает и Долина, здесь мы кладем руки, здесь стоят кружки. I can see that you have made a hole and, yeah, mounted the microphone. It's AKG, yeah, the brand of Austria. Pretty quality microphone. And so that's how you can just sit without any microphone on you and just speak and everything getting recorded in a pretty well quality. Да, просто дело в том, что мы изначально писались на петличке, наподобие, что-то наподобие у тебя. Но наши петлички, да, они... I see them. Да, они очень неудобные, и они, на наш взгляд, вид портят наш. Mm-hmm. То есть мы сидим в рубашке или футболке, они портят вид, поэтому было принято решение продрявить стол, вынести сюда такой вот вещательный микрофон, он пишет замечательно, он пишет по USB, подключается на ноутбук Vio, мы его прячем под стол, то есть отдельно пишется звук, отдельно пишется видео, потом мы на монтаже все это сводим. Synchronize. Yep. Well, and one more secret I want to open about how you look like. Yes. Well, now we can see Renat and Andre in jeans. But I guess for you it's not a secret that most of us, when we are at home, just spending the time, our leisure or work, we are in just our underwear. And so these guys is actually always work in underwear. Yeah, but it's pretty comfortable. Yes, but and it's always hidden under the table. So that's another one important function of the table, just to hide that you're in underwear. That's actually how for just some minutes now we have got all the impressions about how is this studio created, and that's how actually these guys got a chance to make amazing show. And now let's see how it will working out. But I can say that actually making the video is only a final part of the show. Well, every Thursday, I don't know what about your countries, but in Russia, all the new movies in the movie theaters comes out on Thursdays. And so, yeah, the guys are goes to the premieres of the movies, sometimes even to the pre-premieres, which is usually managed special for the mass medias, for newspapers, channels, YouTube channels, video blogs. And so actually right after watching the movie, these guys are working on making their opinion with a no fake and no bullshit as well. That is always what is valuable on YouTube, to make it with no fake, no bullshit, right? Yeah, spoilers. No spoilers. And with a no spoilers. So it's really very important to show your opinion, your kind of professional opinion, to make it with the fun, but without the spoilers, because, you know, I guess nobody loves the fucking spoilers. And so, that's it. Well, and only after all, after forming the opinion, the guys are starting to walk here and record the result. And now we will look at this. Да, мы сейчас немножко подготовимся и запишем вступительную часть сегодняшнего шоу. Она будет приурочена к выпуску
двух замечательных фильмов. Мы сейчас подготовимся и покажем, well, как мы... This week in Russia came out Legend. Да. Вышел Legend. Фильм «Легенда» с Томом Харди, где он играет сразу двух человек, это двух близнецов. И второй фильм – это российская драма, спортивная драма, ремейк фильма «Воин», опять-таки же, с Томом Харди. The Warrior. Warrior, yeah. Okay, got it. В российский прокат вышел фильм В российский прокат вышел фильм «Легенда», где Том... В российский прокат вышел фильм «Легенда», где играет сразу два Тома Харди. Но один из них немного переигрывает. Да пошел ты, нормально я играю, я доигрываю. Все. Ну все, все. Смотри, сейчас руки, чтобы не заходили за майк. Пошел нахрен! Умей. Умей. Твоя ручка у фанет лежит здесь. Моё считать будет сидеть. Считать будет сидеть. А, давай. Давай. Смотри на меня. Давай, пишем. Сереж, посмотри в камеру. Если я вот так выйду, буду душить. Так видно меня? Да, видно. А я не выхожу за пределы майка? Нет. О, а еще мы посмотрели спортивную драму. Свинья. Свинья? Нет. Психануть должен. Чего это я плохо играл? Ну, конечно, давай. Раз, два, три. Не говори мне на деньги, на камеру, сам смотри. Давай, давай, раз, два, три. Чего это я плохо играл? Нормально я играл, не переигрывал даже совсем ни разу. А еще я посмотрел российский фильм «Воин». Давайте поговорим об этом. Все? Давай, стоп пока. Давай еще разок. В трусах. В российский прокат вышел фильм «Легенда», где играет сразу два Тома Харди. Но один из них немного переигрывает. Чего это я плохо играл? Нормально я играл, не переигрывал даже совсем ни разу. А еще я посмотрел российский фильм «Воин». Давайте поговорим об этом. Okay, guys, that was another deepest insight into the real Russian life. With no fake. No bullshit. And no spoilers. Today, that's the deepest insight from the Soviet Union apartment of Andrei Gorovoy, where together with Rinat Kutlakhmetov, they are making absolutely amazing movie reviews show, Kino Lime. So never forget to comment. Like. And yes. Also subscribe. Subscribe as to Real Russia, as to Elephant Cinema. That's the channel of the guys. Well, you will easily recognize it because there on their logo you will find a blue elephant with the wings where the boy are sitting on an elephant and directs the way. And I'm a boy and he's blue elephant. Yeah. Yes. Well, it's easy to guess that you're elephant because you're a big and you're smaller, actually. Well, really, subscribe and hope you enjoy. See you.